В ДЮСШ станице Сіверської провели спортивный праздник «Семейные старты». Традиционно в нем участвуют семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Ребята и их родителей поздравил глава района Андрей Дорошевский. Я желаю вам в преддверии Нового года, чтобы исполнялись все заказанные вами желания и мечты. И пусть сегодня все получат массу хороших положительных эмоций, хорошее настроение, заряд бодрости и силы. Вместе с родителями дети поучаствовали в увлекательных эстафетах, выполняя задания на скорость. Во всех соревнованиях ребятам помогали аниматоры и волонтеры. А в перерывах между состязаниями участников праздника развлекали творческие коллективы Сіверського ЦРТДЮ. Праздник не обошелся без сюрпризов. Поздравить ребят с наступающим Новым годом пришли Дед Мороз и Снегурочка. Участникам соревнований вручили подарки и наградили медалями. Семейные старты прошли весело и увлекательно, подарив ребятам заряд положительных эмоций и праздничного настроения.